Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Самарский литературный музей – это уютная усадьба в центре города. В эту субботу вас приглашают заглянуть в гости и провести вместе сказочную субботу. Программа подготовлена для детей до 6 лет с 11:00. В сказочные выходные музей покажет диафильмы со сказочными сюжетами и даст прослушать пластинки с удивительными аудиоспектаклями. Также работает выставка «Жили-были царь с царицей». Ну а тех, кто постарше, в 14:00 ожидает воображариум и его обитатели. Удивительные игры, необычные загадки и экскурсии. Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155. Самарская областная библиотека приглашает на очередной кинолекторий из цикла «Шедевры мирового кино». Эта суббота посвящена актрисе и певице Марлен Дитрих, богине экрана. Фильм, рекомендованный к просмотру, «Ангел» 1937 года, режиссер Эрнст Любич. Начало в 16:00. Самарская областная библиотека, проспект Ленина, 14А, второй этаж. В субботу и воскресенье вновь заработает самарская ярмарка Magic Hands. Самарские мастера и мастерицы выставят на прилавке все самое красивое и вкусное. Украшения, игрушки, аксессуары, мыло и косметику ручной работы, сумки и шляпки, а также удивительные сладости на любой вкус. Вход свободный. Время работы ярмарки в Космопорте с 10 до 22. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.